практически потерял слух. Сергей Лазарев сделал неожиданное признание. В числе экспертов популярного музыкального квеста телеканала «Россия» уже успели побывать Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Алексей Чумаков, Лариса Долина, Диана Арбенина и другие яркие артисты. Сегодня в новом выпуске шоу к звездной команде впервые присоединится Сергей Лазарев, чтобы проверить свои детективные способности и попытаться выиграть 1 000 000 рублей. Будет интересно послушать, как поют непоющие люди. Даже на музыкальных конкурсах можно встретить исполнителей, которым медведь на ухо наступил. Думаю, по некоторым деталям можно определить, поет человек или нет, по тому, как он держится на сцене, как общается с микрофоном. Но понимаю, что нас будут мастерски пытаться запутать. Безусловно, я очень хочу помочь участнице выиграть 1 000 000. Но если не получится, заранее прошу прощения. Прокомментировал свое участие Лазарев. После съемок певец признался: «По-моему, я тут потерял слух и сорвал голос». Конкуренцию Лазареву в борьбе за 1 000 000 в этот раз составят королева выпускного балла, мим, молодая мама, мастер маникюра, библиотекарь и официант. Кто из них окажется настоящим вокалистом, а кто самозванцем без слуха и голоса, это и предстоит выяснить Сергею Лазареву и команде экспертов.